сейчас оркестранты сидят в желтых пиджаках, но многие участники ансамбля прошли школу, я думаю, неплохую школу, именно школу. Я прошел у Михаила Финберга когда-то школу, потом от меня пошла школа, белорусская школа. И сейчас сидит гитарист, который сыграл сейчас соло, это Владимир Каченко. Браво! Он проработал 10 лет в коллективе. Браво! Еще одного участника хочу представить, вы, наверное, конечно, его не узнали. Это из первых песнеров. Это человек, который мы начинали создавать группу, но сейчас надо здесь обозревать, что получится у нас, да? И в 64 году, 66-67 год, мы создавали, что же из этого получится. Он занимался в консерватории, тут еще Гринской, играл на скрипке, на гитаре, Игорь Полевода. И он, мы решили создать именно такую фольклорную группу. Это приехал он из Германии, живет он уже там давно, 11 лет. Это Валентин Бадьяров. We got.